Розничный товарооборот в Беларуси в 2014 году вырос на 6,6%. Об этом нашим журналистам сообщили в Национальном статистическом комитете страны. В денежном эквиваленте общий объем продаж составил сумму, превышающую 308 триллионов белорусских рублей или 30 миллиардов долларов США. В расчете на каждого жителя Беларуси это порядка 3000 долларов. Большую часть товаров белорусы приобрели в организациях торговли, магазинах и лишь пятую часть на рынках страны. Что касается структуры товарооборота, то доля реализованных продовольственных и непродовольственных товаров приблизительно равна 50% на 50%. Согласно данным Белстата, доля продукции белорусского производителя в розничном товарообороте значительно превышает товары иностранного производства, а по продовольствию цифры оказались рекордными. В прошлом году более 80% всех продуктов питания, реализованных в белорусских магазинах, были отечественными. Производства. Доля продажи товаров отечественного производства в организациях торговли составила 70%. Значительный удельный вес товаров отечественного производства наблюдался по продовольственным товарам – 82%. По ряду товаров спрос покупателей удовлетворялся за счет продукции товаров отечественного производства. 81% товарооборота приходился на организации торговли, 19% на рынки и торговые центры.